Ну что? Поворот, у нас же опять музыка. Уносящих тебя домой, по асфальтовым небесам, по объятиям темноты, да. Догорает в груди. Сделать потише чуть-чуть. Я не уверен, что многие узнали, конечно, с первых аккордов эту песню, потому что у нас сейчас в гостях будет Владимир Корниенко, человек, который в интернете прослыл как лучший сессионный музыкант, лучший аранжировщик России, человек, который играл с такими звездами нашей эстрады, как не эстрада, а рок-сцены. Найк Борзов, Маша и Медведи, Танцы Минус, Таня Зыкина, ну и самой Земфирой. Ну, проще говоря, Корней. Корней. Официально представил. Кто не знает Корней? Да. Здравствуйте. Осторожно, Корней. Здравствуйте. А вас Корней называть или Владимир? Как удобнее. А вы как хотите? Вы как привыкли? Давайте Корней. Это все-таки официальный канал. Да, Корней. Корней, у нас, знаете, какое неожиданное к вам предложение? Илья действительно подметил тонко, что не все узнали с первых аккордов песню. Давайте вы сейчас исполните нам в студии что-нибудь, вот это в Unplugged-версии что-нибудь из такого, из своего, из лирического. И тогда уже после этой песни мы подходимся и будем уже разговаривать о творчестве. Окей. Что это будет? Песня называется «Солнце на поводке». Титульная песня с альбома, собственно, «Солнце на поводке», который я не так давно выпустил. Ага. Я твое солнце на поводке, где ты, туда я, мы вдвоем, вроде бы налегке. И что мешает нам с тобой чуточку ближе стать, чуточку ниже взять, и снова полетели вверх, куда все так мечтают. Я твое море без берегов и дна, но с небом мы плывем, мы долго уже плывем. Водой и снегом занесло, только спокойно будь. В море не утонуть, оно из слез соленых, из глаз моих в тебя влюбленных. Я твое, я к тебе ближе всех, ты ищешь где-то, я вдвоем, с кем-то другим не тем. Опять все лето проведу, сколько же можно ждать? 3 года или 5, а может я родился, чтобы жизнь убить на это. Я твое, я снова на поводке, где ты, скажи мне. Спасибо. Да, очень трогательно. Да. А у меня, кстати, вот вопрос. Я слежу за твоим творчеством не очень давно, но слежу. Стараюсь. День. А? День. Нет, наверное, сутки. А, сутки? Да нет, на самом деле. Вы шутите. И мне вот интересно, почему широкой общественности, во-первых, это неизвестно, потому что песни красивые, и не только это, и все остальные. Ты занимаешься своим как-то продвижением? Только недавно начал заниматься. Собственно, поэтому широкой общественности пока и неизвестно. Мы работаем над этим. А вы украинец? Да. А ты с чего, во-первых, ну, по паспорту украинец. На самом деле бабушка, например, из Омска. Да? Да. А вы из Донецка? Да. А вам зачем? А я хотел спросить, за кого вы болели, вот когда «Зенит» играл с «Шахтером». Вот что меня мучительно. Я к своему, может, стыду, но и к своей радости, наверное, тоже не слежу за футболом. Вообще не следите? Вообще. Донецкий «Шахтер» вам все равно? Ну, а чем донецкий «Шахтер» отличается от другой какой-нибудь нормальной команды?
Для меня он полагает донецкий «Шахтер» нормальной командой. Да. Хорошо. Нет, это был ответ. Окей, вы не полагаете. Корней, а правда говорят, что вы не просто сессионный музыкант, ну, вы сессионный музыкант, с этим вы согласитесь? Да. Якобы конечно. Один из лучших в стране. Окей. Ладно, без этого фальшивого. Да нет, ну, ребята, перестаньте. Есть же еще... А вы именно как гитарист, да? Вас нанимают как гитарист. Гитарист, басист. А сессионный музыкант... Аранжировщик тоже, да. Сессионный музыкант — это человек, которого, ну, музыкант, которого нанимают на, так сказать, ну, как называется... На тур? На конкретно, нет, не на тур, на конкретно на запись альбома, видимо. Или песни, концертный тур или одной песни, да? Да. Вот расскажите, пожалуйста, как это происходит вообще? Как вот выглядит, тут нам очень интересна жизнь сессионного музыканта. Мы примерно себе представляем, просто зная мифологию, современную жизнь, так сказать, рок-звезды. А вот какая она жизнь сессионного музыканта? И в будущем рок-звезды, в ближайшем. Спасибо. Ну, тебе звонит артист или его директор и говорит, посмотри-ка в календарик. Так, когда даты свободные? Я говорю, тогда-то и тогда-то. Приезжай тогда-то. Или, ну, раз тогда-то не можешь, значит... Стоп, а какое-нибудь предварительное, я не знаю, ТЗ? Типа, старик, поразмышляй над ля минором. Или подумай по поводу септаккордов. Да нет. Порепетируй вот это. Эти ничего размышления такого? Состоялись... Давно. Лет 10 назад. То есть вы приезжаете куда-то в студию, там стоит условная, давайте возьмем... Пюпитр. Мара. С пюпитром. Окей, Мара. Мара стоит. И говорит, я вот написал такую песню. Тра-та-та-та-та-та, без меня. Ты говоришь, нет проблем. Я хочу, говорит она, или ее продюсер, чтобы гитара здесь тонким ручейком, неназойливо, фоном перебирала, там, не знаю, в духе романса Гомеса. Вот если бы мне вот все артисты это? Такое говорили, а? Обычно. Слушай, братан, сделай хорошо вот так вот, что ли? Ну, явно же бывает, что и так. Да? Серьезно? Но, ну, в среднем, конечно, ну, редко, когда это объясняется образами, потому что... Ну как? Вот, ну, скажи, пожалуйста, в конце концов, не все сессионные музыканты, наверное, могут понимать образный язык, да? Ну, поэтому же зовут и тебя. Корней, опиши нам, опиши задание. Ну, опиши, пожалуйста. Как правило, это происходит спонтанно. То есть... Ну, никаких предварительных размышлений, так. Ничего такого. Я просто прихожу в студию, мне либо даются какие-то партии уже готовые. Кем-то записанные? А, ну, написанные. Так, набросанные. Ну, а тебе нужно сделать лучший, да, набросанные... полный рост, полный профессионал. Да, записать это нормальным звуком, откорректировать партии. И тут уже включается аранжировщик Корней. Наверное, да. Так. И другой вариант, это когда есть просто песня под гитару, и я либо ее предварительно аранжирую у себя дома, либо аранжируем на месте. На самом деле, аранжировка на месте — самый лучший вариант, потому что он драйвовый. А это вообще шикарное объявление. Аранжировщик. Выезд. Выезд дорого. Дорого. Да, кстати, а вот выезд такой, это дорого? Анатолий просто насвистел мне этот мотив в ванной и хочет его как-то красиво аранжировать и презентовать широкой публике. Ну, можем в прямом эфире сделать, в принципе. Да ладно. А давай, слушай, шикарно. Да, попробуем. Мелодию? Да, мелодию. Так, сейчас. Мелодия. Ну, в конце концов, самый лучший аранжировщик в стране, действительно. Давай. Мелодия, да? Пару первых нот. Вот это, знаешь, что дальше? У меня, знаешь, что появилось? Та-та-та, та-та-та. Да нет, вы слышите так что? Та-та-та, та-ра-та-та и та-дам. Это флот. Это флот. И тогда нам экипаж семья. И тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против. Как там, хоть всю жизнь служить военно, там наверх, в военном флоте. Вот язык пойман явно, поэтому ждите скоро. Слушай, знаете, стоп, я даже задание не поставил, он сам это сделал. Да ладно, прям любую можно. Ну давай попробуем. Попробуй ты, я сейчас слета просто не смогу придумать. Леха не может пропевать мелодии. У меня ни слуха, ни голоса. У меня есть идея получше, парни. И идея получше есть. Пускай Корней из своего споет. Да. Какая хорошая идея. Ну, правда, потому что мы можем долго юродствовать над музыкальными мотивами. Ладно, знаем, мы перед съемкой обсуждали лирическую и шуточную, да? Да, шуточную. Веселую. Да, окей, да, относительно шуточная песня называется «За сутку до речного», посвящается речному вокзалу, где я снимал квартиру сразу по приезде в Москву. Да. Семь домов.
Отвези молодца с объездного кольца за сотку до речного. Вова! Под ногами мокнет мокрый снег, по нему буксую, будь то во сне. Сохнет реагент, увы, ах, звездная пыль на сапогах. Воу! Водитель Ашхабад, ну и что уже в этом такого? Отвези молодца с объездного кольца за сотку до речного. Бэм-бэм-бэм. Бам 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 бам. Сессионный гитарист, один из лучших аранжировщиков, но и очень хороший самостоятельный артист. Потрясающе интересные мелодики. Корней, друзья, у нас был в гостях. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо.